если в гости пришел ребенок 3 лет, то тут уже, в общем, должны быть все признаки аутизма. И на самом деле, если к вам в гости пришел такой ребенок, то поверьте мне, вы сразу увидите, что с этим ребенком что-то не в порядке. Потому что ребенок не будет, скорее всего, контактировать ни с кем из новых гостей. Он не будет слушать маму, он будет много внимания обращать на вещи. То есть есть дети, у которых есть агрессия, есть дети, у которых есть склонность что-то поломать. Ну, в общем, скажем так, во-первых, это будет некомфортный ребенок. То есть, если к вам в гости придет такой ребенок, то вам сразу же захочется, чтобы он ушел из этих гостей. Belə bir uşaq qonağı gəlsə, deməli birinci o heç kimlə kontakt qurmaq istəməyəcək. Birinci budur. Heç kəslə kontakt qurmayacaq uşaq. Yəni gəl yanıma, ay uşaq, bax sənə konfet verirəm. Bax maşındır, iqruşkadır, oyuncaqdır. Bəli, var ya da yoxdur, fərqi yoxdur o uşaq etməyəcək. Üçün. Bəli. Aha. Anasının sözünə baxmayacaq. Bəli, anasının sözünə baxmayacaq. Üç yəni məsələn uşaq anasını eləmə, sındırmaq istəyəcək. Əlinə verdiyiniz şeyi sındıracaq. Mütləq nə görürsə onu sındırmaq istəyir, daha çox belə yuxarı baxıb nəyisə, hə, bəli, predmetlərə baxır, əşyalara baxır, əşyaya nədir? Baxır. Yəni qarşısındakı amma adamla kontakt qurmayacaq. Amma onlara maraqlı deyil. Başqa uşaq olsa belə uşağa ümumiyyətlə fikir verməyəcək. Правильно, если другие даже дети, они не, он не обращает, да, внимание? Он не будет обращать внимание, bəli. Но большинство, скажем так, если люди, к которым вот пришел в гости такой ребенок, никогда не сталкивались с таким, то они в первую очередь решат, что это очень невоспитанный ребенок. Bəli. Deməli, elə biləcəksiniz ki, bu tərbiyəsiz uşaqdır. Uşağa tərbiyə vermirlər, amma bu o demək deyil.